оказалось, то, что камень шевелится. Это такое вот милое создание. Кто не знает, их называют черепахами. Или по-нашему таспаха. Ну, а сейчас в раздумьях, забирать домой или все же оставить ее здесь. Штучка прикольная. Даже если оставить здесь, то я все равно сейчас ее возьму, отнесу Алине, покажу, потому что она вряд ли их видела, а если видела, то только в зоопарках. А потом вернусь сюда на место. Какой суп будем сегодня? Помощник. Итак, у Камиля Хасанова появился новый ученик. Нет, он испугался просто. Черепашка Гоша испугался. Ну, я так поставил, он испугался. Давай его в тенек поделим. Какой он мерзкий, если на него смотреть. Жатибаев Судан, Жатибаев Амир, Диас Пьяс, Тимур Мумран, Тимур Жатибаев, Макош Мусабек, Кабин. Главный человек. Главный человек. Есть голос, блядь.